Сегодня в каждом доме царит особая атмосфера. Атмосфера долгожданного праздника Ураза-Байрам. Хозяйки сервируют столы и ждут гостей, а дети с раннего утра ходят по соседям, поздравляют с праздником и собирают сладости. Как отмечает праздник одна из дагестанских семей в сюжете моей коллеги Умы Ибрагимовой. Дом Тимуркаевых полон гостей с самого утра. Глава семьи Нариман в очередной раз собирает друзей и коллег. Только уже не для коллективного ифтара, как месяц Рамадан, а для того, чтобы разделить радость священного праздника. Желаю, чтобы в этом доме всегда царило мир и спокойствие, чтобы всегда вот такие праздничные столы были накрыты. Хаджимурад Магомедов дружит с семьей уже не первый год. Прийти к другу в гости в этот день для него стало маленькой традицией. Мы дружим уже долгое время, много лет, и уже стало традицией, что мы вместе с друзьями, с близкими друзьями ходим поздравлять, как и многие мусульмане во всем мире, друг друга гости, поздравить родных, близких, своих друзей, поздравить с праздником Ураза-Байрам. Жаркое, чуду, сладости, фрукты. Гости вкусили каждое блюдо. Но самое главное в семье Тимуркаевых – это молитва. До и после разговения. Сын Наримана, маленький Шамиль, праздника Ураза-Байрам ждал, как и взрослые члены семьи. Принимал гостей и даже пытался их развлечь. С праздником, скажи, с праздником. Это вот так он поздравляет нас. Гости сменяются один за другим, а младший брат Наримана Магомед уже с утра успел с мальчишками собрать сладости и вернуться домой. Помогает маме и невестке подносить горячие блюда. Постарался чем-нибудь помочь прибраться по дому. Может, что-нибудь нужно было принести за ребенком посмотреть. Потом пошел в мечеть, собрал конфеты, а потом обратно пришел. Много конфет собрал? Так, да, целый пакет. Сегодня, в этот благословенный день, хочу поздравить всех мусульман с праздником Ураза-Байрам. Пусть двери каждого из вас всегда будут открыты для родных, близких и просто нуждающихся, как и у этой семьи Тимуркаевых. Ума Ибрагимова, Нурмухамад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.